кураж, слоты, ставки на спорт. 100 рублей за репост и 50% депозит. Все это на GetX. Блин, не должен был я так сгорать с этой хуйней, если честно. Ну просто пиздец, накипело, произошло у меня. Ну типа факт вообще просто нелогичности нахуй какой-то. Типа чел пишет, должен... Другой чё рекламы нету, при этом, типа, из-за 200 рублей. Что ты мне предлагаешь, блядь, делать, когда один стрим 500к может стоить? Сейчас стрим сейчас стрим будет, который 3 ляма стоит. Мне нахуй чё, блядь, сделать? Просто скажите мне, ну какой выход, блядь? Что делать? Как я буду делать эти стримы? Как? Каким образом? Как? Объясните мне. Это невозможно по-другому, блядь. Стрим, который вы можете посмотреть, вам кажется, нихуя не стоит, а он спокойно может 100-200 тысяч стоить. Вообще, просто на изи.